традиционной акции областной станции переливания крови приняли участие автолюбители и пешеходы. Там прошла всероссийская акция «Автомотодонор», организованная для всех участников дорожного движения, неравнодушных к теме донорства. Для владельцев личного транспорта это даже более актуально, уверены сотрудники станции, поскольку они входят в группу риска по ДТП. Им часто требуется переливание. В ходе акции кровь сдали десятки человек, причем не только автолюбители, но и пешеходы. По словам медиков, запасов компонентов крови никогда не бывает много. Компоненты крови из банка расходуются каждый день. Соответственно, пополнять мы их должны каждый день. И работа у нас такая, что мы не можем успокоиться, заготовив за один день какое-то определенное количество, а потом пожинать плоды этого. Нет, мы работаем каждый день, и поэтому доноров просим приходить каждый день к нам.